Коньяк на знаві. Слава тобі. Та-да-да-дам, на болотах сенсация. Никогда такого не было, и вот опять. Путин баллотируется на пост Путина. Наша организация очень рада, что мы остаемся в вашей команде вместе с вами. На этот счет говорят россияне, и сколько еще диктатор может быть у власти, расскажу вам в новом выпуске «Осторожно, зомбоящик». Начинаем с главного и важнейшего политического заявления дня. Путин планирует выдвигаться на новый президентский срок. Об этом президент рассказал герою ДНР Артему Жоге, с которым Путин пообщался сразу после церемонии вручения золотых звезд героям России в Георгиевском зале Кремля. Совет Федерации накануне назначил дату выборов. Они пройдут 17 марта будущего года. Сегодня дату выборов утвердил Центр избирком. Участие в голосовании впервые примут новый регион России, то есть голосовать будет вся наша большая страна, 150 миллионов человек. 150 миллионов человек голосовать не будут, потому что за них уже давно все решили. Но ведь создать картинку, что диктатор – это президент народа, конечно же, надо. Не случайно он вроде бы внезапно и неожиданно объявил о своем выдвижении. Его же об этом попросили. Ну а как отказать в такое сложное время? Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации, и я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много, еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь, во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Да, совсем уже держит всех за дураков. Но тут стоит обратить внимание вот на что. Пойти Путина на выборы попросил герой так называемой ДНР. А на самом деле террорист, преступник и коллаборант Артем Жога. И почему именно он, хорошо понятно из следующего разговора. Вы сегодня спросили у президента по поводу того, пойдет ли он на следующий срок. Владимир Путин ответил утвердительно. С кем обсуждали вопрос, который зададите? Как пришли к тому решению, чтобы его задать сегодня? Здравствуйте, студия. Ну, во-первых, этот вопрос мы обсуждали с ребятами на передовой, с моими сослуживцами, с ребятами, которые служат в соседних подразделениях, при встречах мы обсуждали, что все-таки скоро будут выборы, пойдет Владимир Владимирович на выборы, не пойдет, будет он баллотироваться. И, в принципе, все единодушно, единогласно говорили о том, что хотели бы, чтобы Владимир Владимирович выставил свою кандидатуру и баллотировался на выборы в 2024 году в марте. И когда я ехал в Москву, мне говорили, а где ты будешь, ты его увидишь? Я говорю, я не знаю, как будет формат мероприятия, пригласили, буду в зале. Если будет возможность, я обязательно спрошу и передам просьбу всех наших жителей, всех наших ребят о том, что Владимир Владимирович выставил свою кандидатуру на эти выборы. Интересно, что вы житель нового региона, да, вы житель Донецка, и предложили Путину баллотироваться на этих выборах.
как раз жители новых регионов. Я считаю, что действительно очень символично, что такая просьба, запрос Владимиру Владимировичу Путину поступил от представителя Донбасса, многострадального, героического Донбасса, от человека, который сам по себе олицетворяет во многом этот самый героизм, герой Донецкой Народной Республики, отец первого человека, который получил, к сожалению, посмертно звание Героя ДНР и Героя России. Так что да, действительно, это в очередной раз показывает, что Донбасс стал российской территорией навсегда, навечно, и в этом смысле, конечно, символизм данного момента, он зашкаливает. Скорее, дебилизм этого момента зашкаливает. Это пропагандисты перешли в активную фазу. На своем зомбоящике пытаются показать, что на захваченных оккупантами территориях все хотят жить с Путиным. А для диктатора это еще одна показуха утвердить свою власть над оккупированными украинскими территориями. Благодаря его решениям мы все, в принципе, вернулись в нашу большую страну, на нашу большую родину, в Россию. И мы все с нетерпением ждем марта месяца. И я думаю, явка составит колоссальный процент. И процент поддержки Владимира Владимировича будет просто одним из лидирующих по всей России. Вот правда, реальность очень сильно отличается от заявлений пропагандистов. Люди с нетерпением ждут, когда их освободят от захватчиков. Украинцы ненавидят Путина, и голосовать за него – это преступление, потому что Путин – убийца. Если позволить ему остаться у власти, это позволить ему не останавливаться на Украине. Да, вот они лица. Вот будущее России. Ордена, награды, герои, президент. И вот для меня в этом кадре очень много заложено. Для меня теперь Владимир Владимирович президент героев России. Президент героической России. России, которая наконец-то обрела право, заслуженное право существовать очень-очень долго. Мы будем, наверное, я на это надеюсь, последней цивилизацией. Если планета исчезнет, то мы будем последние, кто будет закрывать дверь на этой планете. Почти 2 года Россия ведет войну. Сценография этого события, то, как это происходило, картинка, то, что называется, очень важно, и оно, собственно, задает и ту историческую, культурную и смысловую рамку, в которой выборы будут происходить, но не просто выборы будут происходить, а будет происходить следующий президентский срок нашего Верховного. Это рамка, в которой будет происходить, находиться наша жизнь в течение следующих, как минимум, 6 лет. Вот этот вот общий план, где стоит президент, и рядом с ним стоят люди в военной форме, стоят люди в русском национальном костюме. Русский национальный костюм, я напоминаю, это военный мундир. Российское государство просто, оно существует для того, чтобы обеспечить выживание русского народа. Потому что без русского народа никакой России нет. И то, что происходит на Украине, это уничтожение русского народа. Это геноцид русского народа. И по этой простой и очевидной причине украинское государство должно быть ликвидировано. Здесь Мардан прав. Это и есть главная цель Путина – уничтожить Украину как государство. И то, что Путин объявил свое решение перед оккупантами и террористами – это еще одно свидетельство его желания связать свою кампанию с войной и с уничтожением украинцев. Вот на Украине я всегда недоумевал, особенно после начала СВО, когда они начинали винить Путина, да, что Путин там начинает что-то делать, что-то, что не нравится им. Помилуйте, им всегда говорил. А разве Путин президент Украины? Разве его украинцы избирали? Он президент России, он принимал присягу.
гражданам России. То есть он действует, он обязан действовать в интересах государства России, что он, собственно, и делает. Если бы на Украине был такой президент, как Путин, а не как Зеленский, который тоже действовал бы в интересах Украины, а не в интересах вот белых господ, никогда бы ничего этого не было. И то, что Путин говорит, что при этом говорит, что украинцы и русские – это один народ, и он проводит специальную военную операцию, а не вот эту бойню, как проводят эти белые люди, как они проводили это в Ливии, в Сирии, в Югославии, уничтожая просто города, так как Израиль сейчас стирает с земли сектор Газа, то не было бы ни Киева, ни Львова, вообще ничего на Украине не было. Но идет гуманная специальная военная операция, то есть Россия сохраняет людей, решая свои вопросы безопасности. Гуманное СВО? Но вы там уже совсем стертые с лица земли украинские города – это гуманность? Несмотря на множество жертв, Путину важно продемонстрировать, что большинство россиян его действия полностью поддерживают. Ну вот смотрите, значит, был проведен, да, кстати, выборы на 17 марта. Это буквально накануне вот той самой даты, когда был референдум в Крыму. Наверное, в этом тоже есть что-то такое символичное, да? Смотрите, теперь опрос был проведен. Был проведен опрос ФОМом. И давайте результаты, да. Вот смотрите, как следует поступить Путину в 2024 году, они спросили у людей, да? И вот такие результаты. Баллотироваться на новый срок 70%. 70. Оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности 15%, уйти из политики 8% и затруднились ответить 7%. Что? Передача одного человека самому себе, или я не понимаю, где передача власти? Ну, а вы знаете, что такое выборы? Не, Майкл не в курсе, он забыл. Ну да. Тогда забыл. Чуть попозже я перерыв объясню. Продолжу. Да. Где передача власти? Майкл, дайте я послушаю Кирилла. В России есть прекрасные выборы. Только это выборы без выбора. Вот в чем проблема. Но это не я придумал. Я Нет, это ты придумал, Майкл. Я первый раз такой слышал. Я думал, вы скажете что-нибудь действительно. Как давно вы живете в России, Майкл? Существенное, Кирилл, да. Я прекрасно знаю, что такое российские выборы. Весь мир знает, поэтому не надо меня ничему учить. Про американский, Майкл, в этом твоя проблема. За весь мир не говори. Я вот действительно, вот знаете, я вот с каждым днем называют все хуже и хуже. Ну, честное слово. Я-то думал, что вы действительно нам сейчас скажете что-то интересное. А вы какую-то такую глупую сферическую сказать, что дальше некуда. У вас есть сомнения, что наши люди поддерживают президента Путина, что ли? Безусловно, безусловно. У вас есть сомнения в этом? У меня нет сомнений. Ну тогда зачем же вы тогда ретранслируете эту ерунду, Майкл? Ну зачем? У меня нет сомнений, как у тебя нет сомнений, кто станет следующим президентом. У меня нет никаких сомнений. Молитесь, чтобы Шойгу не стал следующим президентом. Да, это вам... Ого, этот кремлевский американец явно пошел не по методичке. Взял и сказал правду в эфире. Конечно же, ему сразу закрыли рот, ведь чтобы Путин был лидером, это честное желание россиян. Безусловно, сегодня главное событие в мире – это объявленное решение Владимира Путина баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года. Понятно, почему это важно для нас. Российская политическая культура предполагает сильный институт политического лидерства, национального лидерства и персонификацию власти в одном лице. У нас иногда говорят, что такие мощные полномочия у президента, таково его влияние, потому что так написано в Конституции. Все ровным счетом наоборот. Так написано в Конституции, потому что в России сложилась культура политического лидерства. Всегда есть персонификация власти первым лицом. И в этом отношении Конституция как раз честная. Она честная в двух смыслах. Потому что она, во-первых, признает де-факто сложившуюся традицию. Например, Советская Конституция, она предполагала коллективное руководство. Но мы знаем, что на самом деле руководил вождь. А здесь признается сложившаяся политическая традиция. А во-вторых, честная потому, что гражданам дается право проголосовать за лидера, который олицетворяет собой определенный курс развития страны. Курс, которым пойдет наша страна. Курс Владимира Путина для нас совершенно четко ассоциируется. Во-первых, с тем, что мы вышли из периода полураспада, в котором находились 90-е годы, когда, я хочу напомнить, пожилые люди толпились в очереди на почту, потому что привезли пенсию и знали, что на всех не хватит. Когда считалось нормальным месяцами не платить заработную плату, Путин это все прекратил. Путин построил в стране социальное государство. Дал импульс развитию экономики, развитию вооруженным силам. Он сделал нашу страну вновь уважаемой великой державой.
Ну а теперь о честности и о Конституции. На самом деле Путин подтвердил, что лгал о своих планах. 5 лет назад он обещал не менять Конституцию под себя, но сегодня выдвинулся на 5-й срок именно благодаря ее изменению. Я вчера, по-моему, вам говорил и сказал, что я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Это Путин говорил в марте 2018-го, но уже через 2 года космонавт и депутат Валентина Терешкова предложила обнулить сроки для Путина при принятии изменений в Конституцию. Таким образом, он получил возможность баллотироваться еще 2 раза и оставаться у власти до 2036 года, опередив по длительности правления Сталина и почти всех русских царей. Сейчас президент демонстрирует невероятные темпы, идеальную физическую форму, терпеливость, глубину. Я вот смотрю за тем, как Владимир Владимирович наблюдает за итогами, за всходами. Он мне вообще, ну, это же абсолютно вот уже ну, не просто человек. Это человек, вокруг которого можно строить целые метафорические мифы. И ты понимаешь, что вот он сидит и смотрит, как этот сад взошел. Где-то плодоносит, где-то еще цветет, а где-то есть деревья, которые набрали полную силу. И вот он смотрит и радуется. И, конечно, ты смотришь на торжество человека, это же еще и с точки зрения просто понимания судьбы, понимания такого литературного, кинематографического взгляда. Невероятно интересно наблюдать, как человек расцветает вместе со своей страной. Это наш президент. Вот сейчас, наконец, мы делаем так, как диктует нам наше понимание нашей безопасности, наше понимание демократии, наше понимание консолидации общества. Вот представьте себе, если бы этой поправки не было, а была бы СВО. И сегодня надо было принимать решение, которое чудовищно расходилось бы с тем, что думают люди. Люди сегодня консолидированы вокруг Путина. Именно Путина как личности, как человека, а не только как должностной фигуры. Поэтому вот еще один урок задним числом, но очень важный урок, что те решения, которые должен принимать политический класс, они всегда должны согласовываться с мнением людей, а люди всегда были за это. Всегда были за то, что они должны иметь право выбрать того президента, который в данный момент является самым авторитетным российским политиком. Сегодня это Путин. И навязывать им другое решение по формальным основаниям, это чудовищно, это антидемократично. Нет такого учебника демократии, который предписывает нам такое решение. И поэтому сегодня действительно идет суверенизация нашей общественно-политической жизни. Мы сегодня действуем в соответствии вот с этим главным правилом. Да, вы-то точно действуете по правилу «навязывать нельзя». Именно поэтому и позволили Путину быть фейковым президентом еще 12 лет. Не доверяйте вражеской пропаганде, не доверяйте Путину. Кремлевский диктатор – международный преступник, а преступники не могут быть президентами. Это был «Осторожно, зомбоящик». Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи!